Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Матюшин. Я руководитель клуба самодеятельной песни «Надежда» Дворца творчества детей и молодежи «Преображенский». И сейчас я попытаюсь вам объяснить, как можно несложно, но при этом очень интересно попробовать разнообразить свой аккомпанемент на гитаре или, соответственно, гармонию песни. Для начала мы с вами вспомним самую простую элементарную теорию музыки. И все это я буду делать на примере самой простой тональности, это тональность ля минор. Итак, давайте вспомним, что на каждой ступени тональности, а их, насколько вы знаете, всего 7, строится свой определенный аккорд. На первой ступени тональности всегда строится тоническое трезвучие, в данном случае это аккорд ля минор. На второй ступени тональности строится полууменьшенный септ-аккорд. На третьей ступени тональности всегда строится мажорное трезвучие, в данном случае до мажор аккорд С. На четвертой ступени тональности минорное трезвучие, аккорд ДМ, ре минор. На пятой ступени тональности всегда строится малый мажорный септаккорд, он же доминант септаккорд, в данном случае это будет аккорд Е7, мимажорный септаккорд. На шестой ступени тональности всегда строится мажорное трезвучие, и на седьмой ступени тональности строится, опять же, малый мажорный септаккорд, в данном случае это будет аккорд G7. И если вы возьмете любую песню, которую вы играете в тональности ля минор, то есть которая начинается с аккорда АМ, и обратите внимание на гармонию, то есть на аккорды этой песни, вы увидите, что в большинстве своем именно вот эти аккорды будут в этой песне. Теперь мы попробуем эти аккорды соединить в определенную музыкальную связку, в определенную последовательность. Это будет следующая последовательность. АМ, ДМ, G7, С, F, HM 5 минус 7, E7, АМ. И давайте сейчас попробуем вместе сыграть эту последовательность на гитаре. Итак, у нас с вами получилась гармоническая связка, то есть связка из аккордов тональности ля минор. Выглядит она на гитаре следующим образом. Аккорд ля минор, АМ, аккорд ДМ, ре минор. Следующий аккорд G7. Следующий аккорд до мажор, С. Следующий аккорд фа мажор. Следующий аккорд HM5 минус 7, аккорд E7, и опять возвращаемся к аккорду AM. Опять же, если вы обратите внимание на последовательность аккордов в песнях, которые написаны в ля миноре, то очень часто именно эта последовательность будет встречаться в песне. А теперь смотрите, что можно сделать. На третьей ступени тональности мы с вами возьмем не мажорные трезвучия, а большой мажорный септаккорд, прибавив к мажорному трезвучию большую терцию. На четвертой ступени тональности мы возьмем не минорное трезвучие, а минорный септаккорд, добавив к минорному трезвучию малую терцию. То же самое на шестой ступени мы возьмем большой мажорный септаккорд. Буквально два слова, что это за аккорды и как они строятся. Это очень интересные аккорды. Обратите внимание, я сейчас это сделаю на примере, например, аккорда фа мажор, F7+, большой мажорный септаккорд. То есть это у нас получается мажорное трезвучие, это ноты фа ля до, и сверху добавляется большая терция. Получается аккорд фа ля до ми. Обратите внимание, ля до ми – это аккорд АМ, это ля минорное трезвучие, а снизу остается нота фа. То есть иначе этот аккорд можно рассмотреть как ля минор с басом фа. Обратите внимание на гитару. Вот аккорд ля минор. Это обыкновенный АМ с основным басом ля, с пятой открытой струной. И если я добавлю на четвертой басовой струне ре ноту фа, у меня как раз получится аккорд
F7+, то есть ля минор с басом фа. Точно так же этот аккорд можно играть, вот аккорд ля минор, и бас фа можно добавлять на шестой струне ми. Это тоже будет аккорд F7+. Аккорд DM7. Это ре минорное трезвучие, которому прибавляется, так как это малый минорный септ аккорд, малая терция сверху. Если большой или мажорный, или минорный, к трезвучию прибавляется большая терция. Если малый, прибавляется малая терция. Соответственно, это будет нота до. Если рассмотреть этот аккорд в нотах, это получается ре, фа, ля, до. И, конечно же, вы помните, что септ-аккорд – это аккорд, в основании которого лежит интервал септима, то есть который строится между первой и седьмой ступенью. Аккорд DM7, ре – первая ступень, до – седьмая. Аккорд F7+, насколько вы поняли, нота фа – это первая ступень, ми – седьмая. Вот аккорд ре минор, DM. А если на второй струне си мы возьмем ноту не ре, а ноту до, то у нас получится как раз ноты аккорда DM7. Вот так вот берется аккорд DM7. Или, соответственно, пальцы можно ставить так, как вам удобно будет дальше играть. По аналогии рассмотрим аккорд C7+. Соответственно, C7+, до, с ноты до он начинает строиться. Это до мажорное трезвучие, до ми соль. И так как 7+, большой мажорный септаккорд, сверху большая терция, это будет нота си. Опять же, что у нас получается, так же, как в аккорде F7+, у нас получается ми минорное трезвучие, это аккорд ЕМ. И нота до остается в басу. Еще один очень интересный аккорд, который у нас встречается в этой связке, это полууменьшенный септ-аккорд HM5-7, который строится уменьшенное трезвучие, то есть малая терция плюс малая терция, и сверху большая терция. Если записать его в нотах, то получится си, ре, фа, ля. Итак, это C7+, а это у нас получился аккорд HM5-7. Обратите внимание, что происходит здесь. У нас здесь получается ре фа-ля, это чистый ре минор, ре минорное трезвучие, а в басу осталась нота си. Итак, обратите внимание, вот это вот аккорд ми минор с басом ми основным. Если взять на пятой струне ля басовую ноту до, как раз получится аккорд C7+. И теперь, что касается аккорда HM5-7. Вот он аккорд ре минор. Вот я добавляю ноту си в басу, получается ре минор с басом си, он же HM5-7. Или по-другому этот аккорд можно поставить вот таким вот образом. Теперь смотрите, что получается. Я еще раз играю гармоническую связку, то есть все аккорды тональности ля минор. Сначала при помощи простых трезвучий. А теперь я сыграю ту же самую последовательность, только уже при помощи септаккордов. Обратите внимание, насколько интереснее сразу зазвучал аккомпанемент. Ну и теперь давайте попробуем все это рассмотреть на конкретном примере. На примере песни Николая Шипилова «Осень». Я сейчас вам сыграю первый куплет этой песни. Петь я буду в тональности до диез минор, потому что в этой тональности мне удобно петь. Но при помощи каподастра я буду играть в аппликатуре аккорда ля минор. Никого не пощадила эта осень, даже солнце не в ту сторону упало.
Вот и листья разъезжаются, как гости. После бала. Вот и листья разъезжаются, как гости. После бала. Давайте попробуем записать аккорды, которые я сейчас использовал в аккомпанементе этой песни. В первой строчке это был аккорд АМ. ДМ никого не пощадило. Это осень. Даже солнце, аккорд G7. Не в ту сторону упало, аккорд С. Обратите внимание, да, это аккорды той связки, которую мы с вами записывали, играли. Вот и листья. Пошел аккорд ДМ. Разлетаются. Аккорд G7, как гости, аккорд С, потом шел аккорд Фа мажор. Да, продолжение связки ДМ, G7, С, F, то, что мы с вами записывали, последовательность. После бала, ДМ, Е7, АМ, это, как правило, стандартное окончание очень-очень многих песен, именно на этих аккордах. Вот именно эти аккорды я использовал в песне. А теперь смотрите, попробуем разнообразить аккомпанемент при помощи тех аккордов, которые мы с вами разбирали. То есть будем играть аккорд DM7, будем играть аккорд C7+, будем играть аккорд DM7, будем играть аккорд C7+, F7+, а здесь мы с вами будем играть аккорд, но ДМ можно вот так вот обозначить, как ре минор с басом Си, но по сути, опять же, если записать в нотах, Си, Ре, Фа, Ля, помните, мы ноты эти записывали, этот аккорд еще может быть обозначен как HM 5-7. Вот сейчас давайте попробуем сыграть первый куплет песни при помощи простой гармонии, при помощи трезвучий, а второй куплет уже попробовать как-то разнообразить при помощи тех септаккордов, которые мы только что с вами разобрали. Получится следующее. Никого не пощадила эта осень, даже солнце не в ту сторону упало. Вот и листья разъезжаются, как гости. После бала. Вот и листья разъезжаются, как гости. После бала. Эти двое в темно-красном взялись за руки напрасно. Ветер дунет посильней, и все пропало. А этот в желтом одинокий всем бросается под ноги, ищет счастье после бала. А этот в желтом одинокий всем бросается под ноги, ищет счастье после бала. Творческих успехов вам, дорогие друзья! И с удовольствием вас ждем в нашем клубе самодеятельной песни «Надежда». До встречи!